Хочется сказать, каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню, но это неправда. Один раз в 2007 году мы заходили в знаменитую баню-купальню Сечени. Венгры называют ее Сечка. Венгрия славится термальными источниками. В одном только Будапеште более 10 термальных комплексов с открытыми бассейнами. Многие источники использовались со времен древних римлян более 2000 лет. Большинство действующих на сегодняшний день термальных ванн Будапешта были построены турками. Например, целебные купальни Рудас и Кирай находятся в эксплуатации уже более 500 лет. В купальне Сечени доступны различные виды терапии, работает дневная бальнелечебница. Зимой под падающим снегом, да в горячей воде, в окружении старинных фасадов – это просто восхитительно. Из минусов надо быть осторожным при ходьбе. Скользко очень. Снег тает и плитка скользкая. Не знаю, как сейчас, а в 2007 году впечатление несколько портило устаревшее оборудование раздевалок и прочего по сравнению с новыми спа-комплексами на окраине. Доступ в купальни открыт ежедневно с 6 утра до 10 вечера. Билеты в зависимости от времени, класса раздевалок от 5400 до 6200 форинтов. В рублях это от 1150 до 1300 рублей по современному курсу.